Незаконной уличной рекламы в Ленинском районе стало меньше. Снесли еще две конструкции. Обе находились на Старонагорной улице, одна в середине, другая, более крупная, в начале дороги, около съезда с трассы М4 Дон. Такие большие конструкции, их еще называют билборды, весят около тонны. Чтобы их демонтировать, нужна строительная техника. Снос незаконной рекламы – это крайняя мера. Сначала чиновники обращаются к ее владельцам, если найти их не удается, печатают объявления в СМИ и месяц ждут ответа. На связь выходят немногие, штрафы достигают 1 миллиона рублей. Несанкционированная реклама – проблема областного масштаба, поэтому и борются с ней не только районные власти. Еще существует ГКУ «Мособлреклама», которая также выездные проверки организовывает, присылает нам акты. Мы по этим актам сравниваем свои данные, есть ли у нас разрешение, нет, и, соответственно, им высылаем. Если разрешение есть, значит, это конструкция закона. Если нет, мы ее включаем в программу принудительного демонтажа. По этой программе в Ленинском районе с начала года убрали уже почти 300 незаконных рекламных конструкций. Особенно много их ставят в сезон выборов, утверждают в районной администрации. До конца года там обещают снести еще несколько десятков билбордов.